Доброго времени суток. Ассалам алейкум. Ну что, даже не стал пытаться без подогрева заводить. Так вот. Нагрел 20 минут, пока шприцевал, он завелся. Ну, сегодня плюсовая температура, лужи не замерзшие. Стал шприцевать, думаю, пока прошприцую, нагреется газом. В очередной раз отсюда потерял стопора, потому что полозья все разбиты, нету вкладыша там, походу, вообще нихуя. И они ездят, и об эти болты, скорее всего, снимаются, эти стопора. Палец двигается, он немножко как бы прослаблен, и все, короче. В четвертый раз или в третий ломает вот тут вот этот, на этом линке, масленку. Щебенка сюда попадает, камень, и щелка ломает. Еще, блин, вот так, короче, сделано. Сюда она попадает, камешок, заворачивает ковш и отламывает вот. Видите, ломала верхнюю часть, вот, пружина торчит. Поеду, наверное, сейчас работать. Сказали, ну там пол второго, в два подъезжаю, будем работать. Здесь вот, я смотрю, износ есть. Надо заморачиваться с этими местами, блядь. Тут у меня же все новое стоит в этом месте. Вот этот палец я сразу не поменял. Он стоил поменьше себе. По-моему, 3500 или 4500. Короче, дороже. Я купил дешевле два раза, но теперь просто ебаться, менять втулки и палец. И этот палец надо было сразу тоже новый ставить, сюда бы уже не надо было лезть. Ну ладно, хрен с ним. Этот поменять легко, и этот легко поменять, а этот, блин, стрелу надо отпускать. Ну, сложности как бы. Конечно, ничего суперсложного нету, но придется поиграться. Или манипулятором, или что-то как-то домкратить. Мой вчерашний объект. Продолжаем сегодня работать. Через эту, наверное, будку будем вытаскивать. Колеса они, я смотрю, накачали. Вроде как. Надо вытаскивать ее. Сейчас руководитель полета приедет, будем делать это все. Рассмотрел видео Володьки Королюка, молдавана, про владельца Нью-Холланда. Человек вообще, владелец Нью-Холланда, просто молодчага. Прям все как меня с языка снимает, прям все речи. Я тоже так все думаю, как он говорит, что так и надо работать. Но не знаю, правда, он какие-то болячки там озвучит, что он заработал с этим трактором. Ну какие? Ну, позвоночник, может быть, грыжа там, но так нехуй колеса портировать самому. Нехрен ничего поднимать, для этого манипулятор есть. Геморрой у него или что, я не знаю. Он не озвучил, какие болезни он получил на этом тракторе. Вообще не ясно. Вот это мне. А так, в принципе, если ты работаешь в свое удовольствие, ну, у тебя нет вообще таких проблем, да их и не будет никогда. Если ты выспался, отдохнувший, никуда не спешишь, копаешь и не думаешь, как тебе кредит закрыть, ну и все в этом духе, то я думаю, проблем никаких у тебя не будет. Если ты, конечно, вместо того, чтобы думать, как копать, ты думаешь, как заплатить тебе кредит, и тем самым ты едешь, что-то трактором ударил, тогда да, все понятно. А так никаких вопросов у меня нет. Только меня удивило, что у него нюхол, что-то мост задний отрывало, шланги лопаются, блять, ну не было такого мне никогда. Вот у меня единственный раз, что он мне, видать, плохо обжал и вырвало наконечник. Все, больше я никаких проблем не испытывал.
стрелы лопаются. Это вообще какая-то бредятина. Что там у него лопалось? Стрела там, что-то это. Блокировка. Блин, я вообще, конечно, в шоке. Не знаю. Почему-то. В принципе, тот же этот New Holland, он как GCB, но смысл поворота стрелы, все точно такое же. Единственное, что, ну, сама эта, сам этот локоть вроде такой же, а сама стрела, вот, она не такая. Но почему там ломает, я не понимаю. Что за хрень такая? Почему у него ломает? Может, металл у New Holland какой-то не такой? Вообще не могу понять, с чем это связано. Может, кто-то до него работал, там что-то херачил. Ну, видели, какие я каменюки хреначу, и в принципе все нормально. Не скажешь, что у меня тоже нагрузки нехилые. Как-то фронтальная установка у него, как у GCB, я посмотрел. А это, как его, задок, половина GCB, половина какой-то Volvo или что-то. Ну, ничего такого там нету сверхъестественного и непонятного. Подкапывает под колеса. И будем тащить. Сейчас потащим. Клыком ставлю на это устройство. Не видно просто. У меня не в этой руке телефон. Так вот, типа. Надо зараза, 5 сантиметров, блядь.
5 сантиметров не доехал. Не угадал. Пришлось переехать. Клык маленький, неудобно. Не то, что попадает, а он соскакивает. Чуть-чуть потащу. А мне ездить-то как? Посмотри, я проеду сейчас, нет? Ну что? Узбеки доски эти загрузят, грузят в Валдай, выбрасывают. Я им говорю, парни,
вам бы домой бы эти доски, вы там уже небоскреб бы построили. Ну да. Я говорю, вас же стоит куб, он 500 баксов. Мне тогда говорили, что 500 долларов стоит куб доски у них. Она с России доска. А у нас куб, последний раз был 12500, 150 баков где-то. У них говорят 500. Не знаю на самом деле точно сколько. То говорит 500, то говорит 600. Ну, видать, разная доска по разной цене, это понятное дело, но сушеная, не сушеная, там, естественная влажность. Такие палочки от пилочки. Печку вообще зачет, они уже попиленные, блин, кайфно. Себе набрал. Как раз четко, ничего пилить не надо, только бросай и все. Куб за забором так кидать. Подсыпать там надо. Что мне там заблокировали? Не возить никак. Сейчас я отчерпаю. Сейчас Yeah.